Всем здравствуйте, с вами Евгений Двинов. Сегодня 20 декабря 2017 года. У нас очередной ролик о новостях компании Савелмаш АСПП. Сегодня к нам прибыли два вот таких вот робота промышленных от компании Universal Robots UR-10 грузоподъемностью 10 кг с рабочим полем 1300 мм. Сейчас роботов распаковываем, для того, чтобы потренироваться, посмотреть, как они работают. Данные машины будут применяться при автоматизированной сборке машин электрических вращающихся на опытном производстве по технологиям компании Савелмаш. Вот здесь вот можно наблюдать блок управления этим роботом, а также монитор, планшет для его настройки и программирования. Сейчас установим предварительно робота для первого тестирования. И посмотрим, что он умеет. Ну, для предварительных экспериментов по обучению и проверке возможностей прикрутили манипулятор к столешнице. Сейчас будем проводить подключение и испытывать, что же он может. Сейчас производим первое включение робота. Грузится в бортовой компьютер. Подключение было осуществлено очень легко и быстро, чему способствуют удобные разъемы. Так называемой защитой от дурака, ничего не перепутаешь. Все вставляется только на свое штатное место. Вот сейчас идет окончательная загрузка управляющего ПО. И будем смотреть, как себя ведет эта машина. Так, управляющий ПО загрузилось. Робот провел самотестирование. Все работает нормально и в штатном режиме. Сейчас будем изучать инструкцию и смотреть, какие нам предстоят дальнейшие шаги по предварительной настройке и тестированию данного устройства. Так, вот как работает этот робот. Различные движения осуществляет. Сейчас контроль ведется при помощи этого пульта. Рабочий орган, инструмент на робот еще не устанавливали. Сейчас пока просто смотрим, как с ним вообще работать.